Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Так, заберем еду и сразу же, наверное, поставим на прокачку. Так, здесь у нас их тёстяга. Ну, созрела? Конечно, созрела. Ага. Она такими темпами будет еще пару дней у нас созревать. Так, здесь у нас пусто. Друзья мои, мы собрали с вами, если я не ошибаюсь, очки доверий. 10 тысяч нам нужно было собрать для того, чтобы... Чё, подожди, я не понял. А зачем я собирал сейчас еду? Объясни мне, пожалуйста. Я думал, что у меня уже обновилось задание. Здоровски. Ладно. Так, короче, где у нас очки доверия? Скажи-ка мне на милость. Где мы с тобой должны приобретать? Вот, рынок. И что? Что мне этот рынок дает? Вот здесь мы заходим и открываем с тобой чистое золото. Ну, была не была, 100 долларов, еще 100 долларов. И это гигантский артакон. Слушай, ты знаешь, что это означает? Гигантский артакон. У меня такой же есть один. Но вот я не помню, какого он уровня. По-моему, 10-го, если не ошибаюсь. Так, артакон гигантский, вот он. Да, ребята. То есть, если я сейчас сделаю... А я обязательно поставлю выводиться. Так, подожди, вначале нам нужно быстро с тобой вывести трех обычных каких-нибудь, да? Это нам по заданию потребуется. Так, Гуэн Лунь. Давай быстро с тобой завершим это все. Так, поместить. И последнее быстрое улучшение. Вот как-то так. Ну а теперь давай поставим с тобой именно артакона. Все существа, это у нас... А, нет, это не амфибия. Это у нас... водоплавающий, по-моему, пещерник, да? Да, вот он, гигантский артакон. Будет выводиться 5 всего лишь часов. Прикинь, потом мы его сможем с тобой улучшить. Угу. Так, соберем с тобой тогда, где это возможно, награды. Именно денежка. Денежка нам нужна, ее очень мало у нас. Так, ну и заберем здесь награды. Тут тоже награда. Совершить одну сделку. Ну давай, совершим одну сделку. Очки доверия на баксы. Давай сделаем. Деревянный мост меняем на монеты. Сделаем. Так, на 98 тысяч. Ну, короче, это понятно, все это не то. 522 доллара меняешь на 396 очков доверия. Вы что, совсем, что ли, брякнулись? Да, колесо обозрения, круговорот. А вот это что у нас? 135 баксов потратить для того, чтобы получить обычного бронетозаура. Нет уж, спасибо. Так, кто-то мне говорил, что поменяй велоцираптора на саркозуха. Ну, давай посмотрим. Велоцираптор, где у меня? Сейчас глянем. Вот, велоцираптор. Ребята, как я вам поменяю велоцираптора на саркозуха? Это бред какой-то. Или я неправильно что-то понял. Такс, ну что, давай смотреть у нас, что там за задание по событиям. А что скрывается внизу? Крошитель лед и врагов. Сразитесь за главный приз. Это кто же там у нас? Гриппозух будет, да? Так, ну для начала я пройду, конечно же, вот это вот. Геликоптер будет разыгрываться, и все. Ну погнали. Значит, здесь у нас гигантский артакон. Мы вместо... возьмем тилозавра. Так, мозазавр. Тут, я думаю, достаточно будет архелона. Плезиозух. Ну, то же самое будет достаточно тилозавра. Единственное, что я возьму, это, наверное, кранозавра. Все, поехали. Давай посмотрим, что у нас из этого всего получится. 851 атаки. Я скажу тебе, бьет он не кисло. Но гигантский артакон тоже может нам сделать гадость.
Интересно, он будет меняться или нет? Меняется. Берет он мозазавра. А мы тогда с тобой возьмем вот так вот. И мало того, что возьмем, я еще и бонус сделаю. Пускай, пускай. Он сейчас, скорее всего, уничтожит там его. Нашего кранозавра. Нет, он меняется. Он поменялся. Я, правда, честно говоря, не особо понимаю, зачем он это сделал. Так. Ну, сделаем вот таким вот образом. Ну и что дальше? Ха! Он ничего не стал делать, прикинь. Ну что, будем бомбить его или как? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Давай я так сделаю. Ага. Меняет. На мозазавра. По-моему, нам пора его уже проучить. Как ты считаешь? Давай сделаем так. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Вот таким вот будет образом намного лучше, да? Согласись. Ну, гигантский артакон, что ты сделаешь? Естественно, в атаку пошел. Так, ну что, я попробую, наверное, сделать следующим образом. Раз, два, три, четыре, пять. И вот так, бонус. Окей. Вырубили. Давай, давай, давай. И выходит Плезиозух. У него 6 очков действий. 4 он сливает. И, соответственно, мы его сейчас с тобой добьем. Сейчас выйдет мой Тилозаврик. И прописываем ему по полной программе. Да-да-да, как-то так, ребят. Ну что же, все, мы выиграли первый поединок, еще два впереди. Так что не расслабляемся. Победу еще раз рано-поздно. Точнее, рано-поздно. Рано праздновать, я хотел сказать. Ну что, у нас тут Ксенотодон, Гафиозавр и Хайнозавр. И все такие мощные, ты посмотри, а. Ладно, я возьму Ромлеозавра сюда. Против Гауфи мы возьмем, наверное, с тобой Артакона. И я, наверное, возьму Кронозавра еще одного. Только мы поменяем. Мы сделаем вот так. И вот так. Я думаю, это будет для меня оптимальный самый вариант. 255 к атаке он имеет. Поэтому давай сделаем так. Я возьму бонус. Он пускай сливает 2 очка действий. Он решил поменять. Давай я его так сделаю. Ну и чего? Ничего не хочешь делать? Как знаешь. Давай вот так. Ну, раз такая пляска, пора его уничтожать. Раз он ничего не хочет делать. Артакон, выходи. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Посмотрим вот так вот. Угу. Ну и что ты будешь делать? Отчаянный чувачок, конечно, отчаянный. Он все потратил абсолютно, ребят. Поэтому мне достаточно одной атаки. И вот так вот сделаем. Иди отсюда, погуляй. Так, Синотодон появился. 764 к атаке. Ну что же я могу тебе сказать? Прощай.
Нам достаточно двух атак. Раз, два. Ну и все остальное. На. Ну и появляется последний. Это у нас хайнозавр. 162 атаки, 4 очка действия. Сливает он, как ты видишь. Не все. Одно очко действия он себе оставил, но это ему не поможет. Это его никак не спасет. Значит, я, получается, как бы ромалиозавров зря взял. Но, ребята, он был как подстраховка. Вообще-то вот этот парень должен был идти у меня как мясо. То есть за счет него я должен был набрать дополнительные очки. Ну, как видишь, игра сочла немножко по-другому. Так, ну что же, последний поединок. Генодус, блин. Придется брать этого паренька. Дальше, против Артакона мы возьмем... Подожди, подожди секунду. Артакантус, Тилозавр и... Вот я думаю, Зуходу справится или нет? Или все-таки не рисковать и взять... Давай возьмем. Не будем испытывать судьбу. Ну что, поехали? Бонусы? Конечно, бонусы. Интересно посмотреть, что он будет делать. Меняет. Берет Артакона. И он думает, что это ему поможет. Оу. Дай-ка я пропишу хорошечно ему. Вот так вот. А дальше он пускай хоть меняет, хоть что там делает. Не-не-не-не, парень, это тебе не поможет. Это тебя не спасет, не поможет тебе вообще никаким образом. Ты гляди-ка, а. Ну, он вряд ли будет атаковать, блядь, он возьмет. Фу! Раз, два, три, четыре. Вот так вот я сделаю. Крышка. Давай, выходи, Генодус. Черепаха. Неужели бомбанет? Да, друзья мои, бомбит. Без стыда, как говорится, и совести. Ну что? Я думаю, с ним тоже будем прощаться. Раз, два. Ну, остальное все скидываем нашему последнему динозавру. Потому что Артакон, скорее всего, сейчас его подобьет. Хотя какой подобьет, ребята? У него 315 к атаке. А, подобьет. Он даже ничего не стал делать. Поехали. Все. А он сам виноват. Он даже не защитился. Он думал, что что я буду в защиту вставать. А я, видишь, я стал бомбить. Ну что, забираем с собой приз. Да, Геликоприон. Оу, ДНК нормально. 250 баксов, ничего себе. Ну, эта награда стоила того. Еще и 325 очков доверий. Да, понятно. Так, ну что, давай двигаться тогда дальше. У нас получается испытай свои силы. Ну, тут чисто ДНК, ребят. Я предлагаю уже пойти сражаться за главный приз. Подожди, это же... А, это же у нас арена, да? Арена, конечно. Ну что, первый поединок начнем с тобой. Не понял. Животными? Мы играем животными? Оу-оу-оу, тише, ребята, я-то думал... Я думал, мы будем динозаврами драться, а тут оказывается за животных канайзойской эры. Окей, ладно. Что-то для меня такое небольшое удивление, если честно, я не ожидал.
Так, мегистетерий. Что будет делать? Ничего. А я вот так вот сделаю. Посмотрим. Ну что, ему только на оленя, наверное, меняться. Олень, как ты видишь, второго уровня. Иди сюда. Раз, два, три, поехали. Отлично, врубаем. У него тоже выходит Дедикурус. Но, по-моему, у него атаки будет сейчас 4. За 4 атаки он, конечно, меня уничтожит. Даже за 3. Ну, дальше тогда мы с тобой бомбашим. Так, не забывай, одну очку действия он 100% взял. Поэтому сделаем вот так. Погнали. Замечательно. И остается последний. Мегистатерий. Ну давай, давай, что-нибудь делай. Ничего не стал. Ну что, придется мне вот этого отправить на мясо. На мясокомбинат. Я думаю, не надо объяснять, зачем я это все делаю. Воу, воу, воу. Так, сколько нужно? Раз, два, две атаки. Это у него остается... О! Вот это он чуданул, ребят. Ну, конечно, он не знал, что я взял себе на бонус, понятно. Он, может, я в защиту встал. Но тут я его выпотрошу сейчас. Полностью. Да-да, полностью, ребят. Ничего себе, он... Первый раз такой удар вижу. Фига он. Мне аж голова закружилась. О-о-о, ну хорош, хорош. Такой, знаешь... Дерзкий кабан, еще и легается. Так, ну что, у нас с тобой продвижение идет. Мы с тобой на выжившие перешли уже. Но животных у меня не так много, поэтому, друзья, тут на что-то рассчитывать особо сильного такого не стоит. Опа. Классические бойцы. Тот зенгозавр. Окей. 65 очков доверия. Очки доверия нам не помешают. Ну, поехали дальше. Так, первый поединок у нас был отработан, да? Дальше, значит, я возьму Амфициона, Синтетоцерас и Элиматерия. Так, подожди, подожди, отменить уже никак. Я зачем взял двух-то? Пещерников зачем, вот скажи мне. Ай-яй-яй-яй-яй. И как раз, блин, у него как раз по моим пещерникам идет усиленная битва. Ай, ладно, давай так поменяем. Он будет сейчас, интересно, что-то делать. Блин, ну вот зачем они мне, а? Вдвоем тут встали. Че ты там стоишь, жмешься, жангается он. Угу, он ничего не стал делать. Но мне его тоже пока не пробить. Поэтому так сделаю. 3 очка действия. На кого нужно поменяться? Только вот на этого. Но он опять же ничего не делает. Раз, два, три, четыре. О, хорошо. Жалко, конечно, очень много потратил очков действий. Так, выходит Динотерий. Ну, понятное дело, сейчас влупит по полной программе. Он все решил слить. Обычно делаем с тобой следующим образом. А кто у нас по атаке сильнее? Ага, понял. Раз, два. Раз, два, три. Вот так вот сделаем. Динотерия, короче, мы подбиваем. Вот мне интересно знать, что с Келлинкером сейчас будем делать. Ага, 213 у него к атаке. А
А он ничего не стал делать. Проверка. Это нам нужно, ребята, это нам пригодится. Так, 7. Ну, в принципе, по-моему, ему, ребята, кранты, по-моему. Сейчас проверим. 5, да, должно хватить. Вот и все, вот и осел Келлинген. Друзья мои, мы здесь тоже победили. Ну что ж, тогда двигаемся дальше. До сих пор пока на выживших мы стоим. Так, 19 тысяч монет мы с тобой заработали. Продолжаем. Так, эндрикотерия возьму, шерстистого носорога и... Гасторниса, допустим. А мне больше некого брать, друзья. Просто некого. Пещерники у меня все в откатах. Ой-ой-ой, сумчатый лев, блин, опять этот, а? Чет. Ну и что мне тут взять? Ну давай вот так вот возьму. Будет он меняться, не будет, не знаю, ребят. Что там думает-то, сидит там, что-то жарко, жарко. Ничего не стал делать. Я даже не знаю. Давай вот так вот. Не, по-моему, здесь я проиграл. Ну, что ты там жамкаешься, жомкаешься, все. Он все сливает. Он слил абсолютно всю атаку свою. Блин, мне даже не хватит, мне только вот так вот если делать. И 3 сливать, да, получается? 1, 2, 3. Допустим. Так, энтеладон. Энтеладон, ну давай. Будет он у нас учитывать, нет? Не стал меняться. Блин, вот как я этого буду бомбить? Я ума не приложу. Давай, эндрикотерия, выходи. 1, 2, 3. Завалишь? Завалишь. Сумчатый лев. Блин, 7 очков, ребята, набрал. Сколько будет стравливать? У него здоровье-то, в принципе, шиш да не шиша. 2. Мне буквально один раз по нему попасть, и все, ребят. Я Ой, что я сделал? Что я сделал? А, все, ребят, нормально. Или ненормально это? Сколько он сейчас будет сливать? Я хотел... Серьезно, что ли? Ёк-макарёк, ребята, это просто чудо какое-то. Ты видел, где я чуть не свалился? Фух. Я набрал себе на доп очки, а потом подумал, блин, а если он пробьет? У меня же защиты вообще ни одной не было. Меня просто бы ушатал бы. И просто фартануло. Так, охотники, 10% лучших. Так, что у нас тут выпадет?
Ну. Так, ну тут еда нам выпадает. Ладно. Последняя схваточка у нас. Раз, два, три. Только мы сделаем немножко по-другому кельнинки, а потом уже вот так вот. А можно даже сделать вот так. Поехали. Интересно посмотреть сейчас на все это. Титанобоа, Гигантофия и Амфицион. И все такие прокачанные, блин. Даже не знаю. Возьму, наверное, вот так вот бонусом. Неужели две атаки сейчас пропишет? Ты прикинь, а? Вырубает. А, нет. Так, он меня не вырубил. А вот я его вырублю. А зачем я сделал две атаки, когда там одной было бы достаточно? Ну что, у него все, ребята, у него классовая слабость. Он даже Уртинотериума никак не сможет победить. Это я тебе гарантирую просто-напросто. Раз, два, три. Ну, о чем я тебе и говорил. Так, и последний, это Гигантофия. Еще одна змея. Даже вот эти вот четыре, что он тут. Даже если он все слил, ему не поможет. Ну давай ты там. Как хочешь. Да, крышка. Вот, друзья мои, мы с вами и поиграли на ареночке сегодня. Жалко, конечно, что у меня очень мало животных. Так бы я бы еще бы с удовольствием продолжил битву. А так у меня все, больше ничего нету. Забираем награду. И... ну давай, 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 что-нибудь такое. Опачки, $200. Как тебе такой расклад? Мне вполне, вполне устраивает. Так, подожди, да я его здесь вот заберу. А кто у нас там вообще буянит? Давай попробую я его поймать. Это же апатозавр, по-моему, нет? Допустим. Так. Да ёпрасоте, ну... ну не смог, не успел, ребят. Слишком быстро почему-то. Так, надо его поймать. Там опыт, по-моему, очень хороший идет. Так, лишь бы не сфейлиться. Нормально. И последний. Фью, повезло. Поймал. 3155 опыта. Это, я считаю, хорошо. Так, забираем здесь с тобой награды. Так, вот где я потрачу еду, а? Так, что тут-то опять? Кто на этот раз? Диплодок. Да, поймаешь ты его, пожалуй. Слишком большая полоска красная. Да и скорость, ну конечно. Да что такое-то, блин? Нет, по-моему, не поймаем. Да. Последний раз, пожалуйста, не дай облажаться. Да, ну главное поймал. Фу. Главное поймал. И всего-то дали 725 опыта, зашибись. Так, это я все забираю.
Здесь тоже забираем. Так, у нас еще, по-моему, там есть одно событие. Я сейчас деньги здесь соберу, ребят. Крохи, так сказать, свои, да? Посмотри, там мало так всего лишь. Ну, вот здесь еще 87 тысяч, это нормально. Да куда ты? Слушай, может быть, нам их тебе стегу с тобой сейчас быстренько завершить, а? И поставить Артакона на прокачку. У нас там и Раджазавр готовится, да? Его тоже же нужно там скрещивать. Слушай, я думаю, можем даже с тобой сделать несколько. У нас деньги пока есть, доллары? Можно сейчас все это дело замутить. Так, сюда, да? Здесь будем кого-нибудь выводить? Кстати, по поводу ДНК, давай-ка глянем кое-что. Сейчас, секундочку. Кого мы хотели? Кого мы хотели? Лабиринтозавр. А что так дешево стоит-то? Ну давай. Или не будем пока? Подожди секундочку, сейчас кое-что еще глянем с тобой. Карнораптор. Включаем. Пускай он там эволюционирует потихонечку. Так, мы еще хотели с тобой... вот он, который... угу, не можем. Так, где у нас их тестега? Пора ее, наверное, быстренько завершить. Угу. Помещаем. И кормим. И кормим. Так, 20-й. Это получается, нам нужно еще с тобой 2. Это еще 2 ихтиостеги нам нужно выводить. Так, а это почему? У меня не кормленный. Так, ихтиостегу найди теперь. Она где-то у нас за каким-то зданием, да? Ныкалась там, пряталась. Блин, ты фиг ее так найдешь. Ладно, у нас есть вот такая штука. Ихтиостега, это рептилия. Амфибия. Вот она. Перейти. Блин, да ладно тебе. 5 ДНК всего лишь не хватает, прикинь. Во. Давай, активируем. Ну вот, как-то так. И получается у нас что? Сюда. Сюда мы поставим нундегозавра, да? Если у нас, конечно, хватит ДНК. У нас ДНК нету здесь. Да. О, найди, разберись там, блин, сам же. Так, собрать 3 мода. 60 ДНК, там 95 будет. Опять же, нехватка. Катастрофическая. Ну, давай, что-нибудь такого. Я бы хотел, конечно, получить бы пак. Сразу получаешь пак, и все у тебя нормально, без проблем, да? А доллары почему, ребята, тратишь? Как быстро, как легко пришли, так легко и потрать. Я тебе так вот скажу. Все, задание выполнено. Забираем здесь. И надеюсь, здесь нам выпадет хоть немножечко ДНК. Давай посмотрим. Нет, тут выпадает нам 40 долларов. Плюс 95 очков доверий. Но у нас есть еще одно задание. Я не знаю, может быть, из него что-то можно выудить. Столкновение. Да, собственно, персоны. И начнем потихонечку. Давай я для начала возьму Аланочку. Давно мы птерозаврами с тобой не воевали. Так, ходит кто первый? Он. Он ходит первым, ну как всегда.
Давай я так вот сделаю. Неужели... Да, он сейчас здесь атакует, мне крышка. О, он ничего не стал делать. Ну-ка, проверка. Да ладно, ты серьезно, блин? Ну все, тут он меня запинает, ребят. А тут надо было делать как? Кто первый атакует, тот и проиграл. Вот здесь такая же у нас вернулась тематика. Но я решил все-таки сбаловать. Вот и сбаловал. Ладно, ничего страшного, Аланка. Аланка не супер был, конечно. Птерозавр. Давайте теперь возьмем Колоболинга, предположим. Нам нужно выиграть 5 поединков. Да опять он первый ходит. Да что такое-то? Оу. Тут он еще и решил атаковать нас. Давай я вот так вот сделаю. Ха. Так, одно очко он себе оставил, да, получается? 100% он прикроется. Проверим. Да ёк-макарёк, опять он меня надул, а? Он одну атаку сделал. Слушай, по-моему, сейчас мы его сможем, наверное, все-таки уничтожить. Сейчас проверим, сколько возьмем. Три! Три защиты он взял. Ну ты прикинь, а? Ну не пакость ли, а? Да, друзья, что-то вообще не клеится игра. Вообще не идет, прикинь. Ладно, у нас еще есть динозавры, поэтому... Продолжаем. Блин, 5 боев, и я еще тут. Попробуем вот так вот сделать. Да что ты будешь делать? Че он первый-то все время ходит? Достал уже, а? Ага. Одну защиту он взял, да, получается? Ну все, ему крышка. Здесь хоть побеждаем, наконец-то. Все время он первым ходит. Уже третий поединок, он первым ходил. Ладно, здесь мы выиграли. Возьмем на второй поединок тоже какого-нибудь там. Не очень ДНК он идут. Не очень сильного. Я уж там не знаю, кого можно взять. Ну, он Рамфоринха, например. Какая нам разница? Рамфоринг, мы можем выдержать с тобой сколько? До 2 ударов мощно, да? Или до 3? Ну, 3 удара это уже будет смертельно. Он же бонус наверняка взял, да? Или защиту? Ай, жук! Вот жучара-то, а! Я думал, что он возьмет защиту. Все, мы сфейлились. Так, хорошо, у меня еще есть там один Рамфоринг, поэтому даже не один, их много там. Но не ожидал, я думал, возьмет защиту. Такс, вот у меня их сколько. Так что мне как бы тренируйся и тренируйся. Кто первым ходит? Опять он, да вы издеваетесь, а? Тут он решил уже атаковать. Ну давай я возьму одну защиту, одну атаку. Так. Ну и, по-моему, уже вот сейчас ему уже будет крышка. Хотя нет. Надо еще потерпеть. Твою дивизию потерпел. А, нет. Все окей.
Вот сколько он сейчас возьмет защиты, а? Скажи вот мне на милость. 3? 2. Ну тогда все, тогда выиграли. Тогда мы выиграли. Фух. Почему постоянно он первый ходит? Объясните-ка мне, пожалуйста, на милость. Я не пойму. Что за привилегии? Ну-ка, Стега, давай попробуем за тебя сыграть. Да ему дают преимущество, ё-моё, блин. Сейчас мы глянем. Так. Ну, я не знаю, куда он эти очки сейчас... Проверим, так. Блин. Наверное. Слушай, ну, по-моему, ему все, ребят. Сейчас проверим. Серьезно? Вот ты сейчас, блин, вот это серьезно все делаете, блин. Да, конечно, сейчас ушатает, ребят. Да как он это делает, я не понимаю я. Это непредсказуемо, блин. Хочешь, берешь защиту, он стоит в защите. Берешь атаковать, он стоит в защиту, опять же. Так, где у меня? Давай проверим. То, что бесит, то, что он первый. О, ну неужели? Дали первому ход. Проверим сейчас. Но он не стал атаковать. Ну что, тогда мы бомбим. Все, ему крышка. Видишь, а когда он первый ходит, естественно, он успеет буститься, ускоряться. Так, еще дынка. И у нас два последних поединка. Сейчас я возьму с кем тут. Ну давай попробуем с Кафагнатом, например, поиграть. Ага. Сделаем так. Опа, решил две атаки, что ли, сделать? Ничего себе. Смелый парень, ну ему крышка. Тут почему-то он сразу решил атаковать. Не знаю, чем он руководствовался. Так, и последний у нас поединок. Кого тут взять-то? Ну, давай лабиринтозавра возьму. Посмотрим. Кто ходит первый? Он. Он ходит первым, да? Ох, сейчас влупит, наверное, ребят. Влуплять он не стал. Ага. Сейчас пятеру влепит. Раз, два, три. Раз, два. 4 защиты взял. Ну давай влупляй уже. Раз, два, три. 4. Раз, два. Посмотри, а. Раз, два, три. 4. Раз, два. Ты что, так и будем, что ли, вокруг да около-то все ходить? Раз, два, три. 4. Раз, два.
По-моему, сейчас пробьет меня, ребят. Да. Вот ты навозник, а. Он вместо трех защиты взял... Вместо трех защиты он взял две. То есть сохранил себе тем самым очко действия. Прикинь. Вот жучара, а. Поехали еще. Так, диплотатор. Тут все зависит от того, кто ходит первым, ребят. У меня нет слов. Так, ну здесь он атакует. Давай так сделаем. Проверка. Воу, воу. 5 очков действий накопил уже. Понятное дело. Не, ребят, первым, когда ходишь, ну, трындец просто тут. Тяжело обмануть, обхитрить противника. Давай с пенорапторами попробуем. Блин, я уже не знаю, что делать. О, другое дело. Раз, два, раз. Ну вот, о чем я тебе и говорил. Что когда первым ходишь, намного проще. Все, ребят, уничтожаем его. Тут же просто безвыходное положение. Ставишь его и все. Такс. Ну и в принципе все, ребят. Колесо призов. Забираем с тобой, сколько там у нас? 200 ДНК. Это все закрываем. Это закрываем. Оуэн отправляем. Здесь забираем еще награды. И запускаем нашего... Слушай, или может быть оставить нам двух тридцатников? Или все-таки улучшить их? Ладно, пускай эволюционирует. У нас просто, знаешь что? У нас есть с тобой диплотаторы. Где они? Вот. Которого мы можем еще с тобой потом вывести. У нас будет 40-й, 30-й и 40-й нундагозавр. Как-то так. Ну что, ребята, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!